Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил, вот сейчас держитесь за что-нибудь, друзья, 3405 рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт». И это, кстати, всего на 300 рублей больше, чем годом ранее. То есть не сильно цены-то выросли, ёлки-берёзки. А мы тут сокрушаемся, будто коммунальщики с народа три шкуры дерут. Да какие три шкуры, ничего подобного. Обывательские разговорчики, агенты Госдепа в очередной раз вбросы делают. 3400 средний чек. Вон, в русском стандарте выяснили, да, вырос платеж, но ведь меньше, чем на 10%. На какие-то 300 ре. Все в рамках инфляции, между прочим, ладно. Не пугайтесь, я тоже офонарел, когда наткнулся на эти бредни пропагандистов. Долго смеялся и, разумеется, не мог не вынести данную дичь на всеобщее обсуждение. Сейчас остановимся на ООНом подробнее. Поехали! Ну и конкретики теперь, короче, как они все это дело вычисляли, откуда взялись-то такие удивительные цифры. Сейчас я буду зачитывать, а вы старайтесь пока не хохотать, после сделаем разбор. Итак, в рамках исследования аналитики русского стандарта изучили операции по ЖКУ своих клиентов, сравнили их с данными за 2020 год и получили те самые 3400, ну, с плюсом в 300 рублей. Это, впрочем, еще не все. Ребятишки, я так понимаю, долго думали, как бы те 300 рублей роста объяснить. И, ой, чудо, разродились нетленкой. Готово. По мнению исследователей, на динамике увеличения платежа могла сказаться аномально теплая зима 19-20 годов, из-за чего температура в батареях во многих регионах была ниже обычной. Поэтому и средний чек за коммуналку тоже был дешевле. Слушайте, я не могу дальше читать эту ахинею. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ребят, на кого это рассчитано, а? На одноклеточных сенегалов, которые прямо сейчас сидят с пивасом на диване и смотрят Олимпиаду, проклиная украинских и американских спортсменов? Что за бред? Допускаю, сенегалы могут об этом не знать, но не до аналитики-то из банка с какой луны свалились. Каждый нормальный человек в курсе. За ЖКХ россияне платят по нескольким счетам. Еще раз, по нескольким. Тепловодоснабжение оплачивается отдельно, электричество отдельно, капремонт отдельно, вывоз мусора отдельно, нередко. Отдельной квитанции приходится платить за содержание и уборку общих помещений, а также придомовой территории. То есть ЖКУ в России это 3, 4, даже 5 счетов, а стандартовские двоечники почему-то приняли во внимание только один. Это шедевр! Далее, напомните мне, когда это в России теплая зима становилась причиной снижения цен коммунальщикам, ёпарасоте. Это люди, которые в мае в плюс 30 продолжают калить батареи лишь бы с нас, срубить побольше, которые во время сезонного отключения горячей воды специально пускают в пустую трубу холодную, дабы счетчик абонента продолжал мотать. Ну, мы же с вами научены еще с советских времен. Пришел с работы, лето жарко, потный. Знаешь, что воды нет, но в надежде поворачиваешь кран, и вдруг оттуда что-то потекло. Ух ты! Думает человек и, правильно, начинает эту воду пропускать, ждет, когда нагреется, а прибор в это время работает. И вот эти вот крохоборы по случаю теплой зимы цены снизить решили. Вы серьезно? Владимирская прокуратура завершила проверку по факту нарушения прав жителей дома номер 1 по улице 9 января в областном центре. Напомним, поводом стал репортаж «Вестей». Полузатопленный подвал, стены и двери, разъеденные сыростью, прорехи в трубах и плесень. В таких условиях вынуждены жить люди. Я одного понять не могу в данной ситуации. Если русский стандарт хотели таким образом сделать себе халявную рекламу, ну типа какое-то социально важное исследование провели, почему нельзя было нанять нормальных спецов, каких-то халтурщиков позвали, а халтурщики банк только опозорили. Я, например, теперь буду думать, что в данной организации работают исключительно недотепы, поэтому точно не стану с ней связываться. Ну да флаг им в руки и ветер в горбатую спину. Это реальная журналистика. Эубанутым. Нет покоя этим из сегодняшнего выпуска. Продолжаем. А путинский Росстат тем временем опять рассказывает сказки о рывках и прорывах.
Реальные доходы россиян по итогам прошлого года выросли аж на 3 с лишним процента. Это рекордный максимум за последние 8 лет. Какой заяц! Какой орел! Какая блоха! Вот и я о том же. Привет, дуралеи! Вот о чем данный месседж. Какой рост доходов, да еще рекордный, у нас официальная инфляция 8,5%. Ее даже самый честный скрипоносный президент признал реальная более 20. Настолько в среднем подорожали цены на продукты первой необходимости, то есть прошлым январем. Вы платили за условную корзинку продуктов условную 1000. Сегодня вы отдадите за нее же 1200, и это только продукты. А еще бензин подорожал, коммуналка, проезд в общественном транспорте, одежда, обувь и лекарства. Что за дичь те клоуны транслируют в массы, более того. В декабре Центробанк объявил о повышении ставки рефинансирования до уровня инфляции. Неделю назад оттуда же заявили, что ставка увеличивается еще теперь до 9,5%, а это значит, подорожают кредиты для бизнеса, которые в конечном итоге заложат кредитные траты в цену товара на полке. Не забываем, что и пандемийные ограничения никуда не девались, в ряде регионов они действуют до сих пор. Коммерсы по-прежнему несут убытки, их сотрудники по-прежнему сидят без зарплаты, но у Росстата рекорд, хотя... А что мы хотели? Вот так вот статистика путинской стабильности и выглядит. Весной крестьянин не посадил ничего, поэтому по осени собрал небывалый урожай. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Не отстают от Росстата и другие халуи. Некий центр А2 совместно с Росгосстрахом и Банком Открытия выяснили, что большинство наших соотечественников все-таки имеют сбережения на черный день, 79% таковых на минуточку из них. Больше половины располагают накоплениями до 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч удалось скопить 38% опрошенных, 2% хранят на счетах или в кубышках сумму, превышающую 300 тыр. А теперь разбираемся, и бредни. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Первое, что бросилось в глаза, граждане, располагающие накоплениями до 100 тысяч рублей, таких самый большой процент, слушайте, давайте честно, ведь любой из вас, кто имеет заначку в 5-10 тыр, замечательно в данную статистику вписывается, вы в первой группе, и неважно, что этой заныканной пятерки тебе на один раз в магазин сходить хватит, никто же не говорит, что у тебя всего пятерка. Тут смотри, какая красивая игра слов. Ты обладатель сбережений до 100 тысяч. Чувствуешь, как сразу смысл поменялся? У меня джип в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу? Не менее интересна вторая группа миллиончиков, у которых отложено аж от 100 до 300 тысяч. 38% таких, напомню. Ага. Если честно, уверен, сюда просто запихали пенсионеров с их гробовыми, но умеют наши бабушки жить вопреки. Даже со своих нищенских пенсий умудряются тыщенку в месяц на книжку снести. Сами впроголодь сидят на одних макаронах, но на похороны тем не менее откладывают. 10 лет по 1000, вот тебе и сбережения на сумму, превышающую сотку, а вилка эта 100-300. Бьюсь об заклад, придумано для банального жонглирования цифрами и в реале, скорее всего, сдвинуто в сторону низшей планки. Почему я так решил? Да вы посмотрите на следующую, третью группу, на людей, имеющих сбережения более 300 тысяч. И сразу резкий спад. Или вы правда верите, что граждан, располагающих накоплениями в 299 тыр, может быть почти 40%? А вот 301 тысячу сумели скопить лишь единицы. Вас, детки, так мало, что, по сути, вы являетесь статистической погрешностью. Вы будете обижаться, кричать так, что я вынужден дезавуировать мое, ставшее знаменитым, 2% дерьма. Ну и под занавес, а еще в 2021 году россиян стали чаще признавать банкротами. Об этом сообщает государственная
РИА Новости, суды буквально завалены такими делами, в связи с чем главный охранитель путинской стабильности Верховный суд предложил повысить размер суммы долга, дающей право на объявление физлица банкротом, с 500 тысяч сегодня до 1,5 миллионов. Ай, молодцы, какие вообще занятная вещь, математика. Планочку чуть приподними и привет. Количество нищебродов, погрязших в долгах, резко пошло на спад. Аплодирую, стоя. Все, это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Поднимем, обсудим. За сим спешу откланяться. Пока-пока.